Каждый год Управление образования города Нефтекамск осуществляет доставку школьников до места их учебы и обратно. В этом процессе задействованы 9 автобусов. Они осуществляют транспортировку по 7 направлениям. Сотрудники сферы образования тщательно следят за тем, чтобы этим делом занимались профессионалы. А сам автобус был исправен и чист. В 2019 году наблюдается рост произошедших дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. И, конечно же, наша первоочередная задача – обеспечить их безопасность вблизи образовательных учреждений, на путях подхода, ну и при перевозке школьными автобусами. В свою очередь, мы надеемся, что в текущем учебном году у нас не будет ни одного дорожно-транспортного происшествия, так как ежегодно мы находимся, скажем так, в зеленой зоне без происшествий. Сотрудники госавтоинспекции, в свою очередь, обращают внимание на техническое состояние транспортного средства, исправность и наличие всего необходимого оборудования. Также на наличие документов, разрешающих перевозку детей. Недочеты на состоявшейся во вторник проверке обнаружены все же были. Правда, по словам стражи порядка, незначительные. Проверка показала, что в целом автобусы готовы. Значит, к перевозке имеется комплектация, оснащение все, значит. Единственное, есть небольшие там недостаточки, но они будут устранены. Это именно по, значит, чистоте салона. Это тоже немало важно, так как, значит, перевозки-то будут осуществлять именно наших детей, чтобы автобусы были чистые. Значит, мы за именно качественную и безопасную перевозку наших детей в нашем городе. Пока мы проверяли, значит, те, которые были замечания, они, значит, сразу моментально были устранены. Помимо этого, сотрудники ГИБДД следят и за состоянием дорог, по которым проезжает школьный автобус с учениками. Также будет проводиться обследование самих маршрутов, значит, сотрудниками ГИБДД именно по маршруту. Все дорожные недостатки, которые будут выявлены, значит, будут даны предписания на их устранение. Уже такая работа проведена была, но мы еще дополнительно перед новым учебным годом будем контрольно проводить еще такую же проверку. В целом, проведенной подготовкой к предстоящему учебному году сотрудники ГИБДД остались довольны. И меньше чем через месяц все эти автобусы начнут возить мальчишек и девчонок в школу за новыми знаниями.